13 декабря в Детском доме творчества прошел конкурс «Православная моя Русь». Организаторами выступили Комитет по образованию Десногорска и Православный центр. Участие в нем приняли 187 детей в возрасте от 5 до 18 лет. Репертуар детских выступлений состоял из песен и стихотворений о нашей родине России. Дети также выступили с народными танцами. Стефания Платонова исполнила песню «Рождество Христово» под аккомпанемент гуслей. Праздник получился очень ярким и веселым. Родители, затаив дыхание, наблюдали за своими детьми. Мне очень понравился концерт, очень понравились дети. У нас талантливые действительно дети. И сколько души, сколько в них сил вкладывают их педагоги, родители. Просто это очень радует и дает надежду на будущее. Очень отлично, хороший, веселый, замечательный. Все детки талантливые. Прекрасный концерт, детки выступают. Всегда приятно смотреть на выступления молодых дарований. В состав жюри входили специалист Комитета по образованию Десногорска Наталья Немнонова, лектор Православного центра Валентина Денисовская и методист Детского дома творчества Евгения Калинина. Конкурс проводился по следующим номинациям: художественное чтение, вокальное искусство, инструментальная музыка. О призерах и победителях мы узнаем через 10 дней.